Это видео про небольшую лесную хитрость, которая при минимальных затратах времени, трудозатратах и использовании только лесных ресурсов позволяет организовать хранение вещей в одном удобном для нас месте. Говоря проще, речь идет о примитивной вешалке, которую крайне просто сделать самостоятельно и от этого очень приятно использовать. Становясь на бивак, не нужно искать дерево с сучками, не нужно их подпиливать, чтобы потом развешивать рюкзак, топор и прочие вещи. Достаточно выбрать любое дерево, где будет удобно хранить все вещи. Именно на нем мы и сделаем нашу вешалку. Сами вешалки должны на что-то крепиться. Летом креплением выступают еловые корни, которые отличаются прочностью и гибкостью. Зимой их копать не стоит, поэтому мы используем одну свежую ветку пихты. Она не такая гибкая и прочная, как еловый корень, но наиболее близка по этим показателям. Если пихты под рукой нет, используем любые другие ветки. Чистим от иголок и приступаем к подвешиванию. Нам нужно завязать всего лишь один простой узел из этой ветки. Чтобы это получилось, ее нужно хорошо прогнуть волокнами по кругу. Потом вяжем простейший узел, крепко затягиваем. Этого простого узла из тонкой ветви хватит, чтобы выдержать около 30 кг нагрузки. Проверено. Дальше остается сделать крючки вешалки. Их за минуту можно настругать из сухих веток. Особенность в том, чтобы верхняя часть была сделана клином, а под ней, примерно в половину толщины, нужно вырезать паз и потом отправлять крючки на место. Обычно 5-6 крючков нам вполне хватает. Эта простая конструкция удобна всем. Мы делаем ее за несколько минут из доступных лесных ресурсов, именно в том месте, которое удобно нам, при этом выбирая нужную для нас высоту и количество крючков самостоятельно. В хвойном лесу можно ограничиться и сухими ветками ели или сосны, но в лиственном такая вешалка абсолютно точно пригодится. Кто-то для этих целей носит гвозди и веревки. Не так давно мы и сами использовали совсем другие способы подвеса вещей. Как выяснилось, можно обходиться и меньшим, и пользоваться этим с большим удовольствием. Лес дает нам много ресурсов, рационально используя которые, мы можем делать очень простые и полезные, а иногда просто удивительные вещи, и мы обязательно расскажем какие, уже скоро. Просто оставайтесь с нами. Ну а с вами были Лесные. До новых встреч. Всем пока.